Уважаемые друзья, здравствуйте. Вы находитесь на канале питомника Хвойный дворик, и с вами Евгений Филимонов. Мы уже начинаем отправку со следующей недели, то есть уже с 27 марта, с понедельника. Вообще с 25 планировали, но с субботу-воскресенье у нас уже самовывоз поедет. Так, начнем отправку с понедельника. С понедельника начнем отправку. Я прошу, прежде чем я начну рассказывать дальше, вы, пожалуйста, подпишитесь на наши резервные каналы, там Дзен, Рутуб, хоть что там, ВК, Одноклассники, Телеграм. Итак, мы начинаем отправку, во-первых. Первым делом мы будем отправлять, конечно же, южные регионы, это Крым, Краснодарский край, Ростовская область, где теплее, где уже готовы принять сеянец, где уже земля позволяет сажать. Второе, будем отправлять Сибирь и северные регионы. Опять же, кому надо побыстрее, опять пишите нам, мы всегда откликнемся и отправим ваш заказ намного пораньше. Как скажете, в общем. Так, еще что хотел сказать. По самовывозу. Самовывоз у нас суббота-воскресенье с 9 до 17. На сайте все, что у нас в наличии осталось, то осталось. Извините, в прошлом году было 40 позиций, сейчас у нас 4 позиции. Поэтому вы сами должны понимать, что остальное все под бронью, все уже заказано. И, пожалуйста, не мучайте меня вопросами, там то. Это то, что останется, уже, скорее всего, это будет на осень. На осень, опять же, вообще самая актуальная информация у нас проходит по сайту. Подписывайтесь на сайт, вам будет приходить рассылка на YouTube канал. YouTube канал пока работает, дай бог, чтобы там ставьте колокольчик. Вообще это все будет довольно-таки информативно, я думаю, доступно каждому будет. Если что, звоните. По поводу всех заказов, все вопросы решаются, все, мы как бы это все определимся с вами. По мере возможности я на все вопросы отвечаю. На этом все, с вами был Евгений Филимонов, все, что хотел сказать в этом видео, сказал. А там дальше посмотрим, дальше будут информативные видео, там по посадке, по всему хорошему, там будет уже полегче. Главное, сейчас мы с заказами разберемся, которые под бронью и которые люди заказали. И подскажем, как сажать, и все сделаем. На этом все. С вами был Евгений Филимонов. Всего доброго. Вы были на канале питомника Хвойный дворик. Удачи!